Должно быть, Мона тоже слышала сирены. Вряд ли ей это понравилось. Черт тебя побери, Макс. Я же просила тебя не вызывать копов. 15-й эпизод Макс Пейн 2. Закон ямы. Так, забираем 3 пачки обезболивающего. Кстати, у меня, смотрю, полный комплект. Применяем тогда. Как вы, Мона? Только баллон с газом. Так, я пальнул по этим газовым баллонам. Надеюсь, что врагов зацепили. Ну, что-то они убежали. Что-то мне сняли. Здоровье-то сняли. Тебя прикрою. Так, у меня здоровья практически не осталось, но в этой миссии вроде прилично аптечек. Так, я применил аж сразу 5 аптечек разом, чтобы полностью выздороветь. Заперто. Тут уже двери кончаются. Есть еще одна через двор. Без прикрытия мне туда не добраться. Хорошо, оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Встречаем по одному. Так, там еще один бежит. Так, хорошо, из них, по-моему, должны были вывалиться обезболивающие, да. Есть еще, у меня опять полный комплект обезболивающих. Карабин М4 подобрал. Ладно, поехали. Так, помогаем Максу. На старт. Внимание, марш. И он побежал. Толпа безумна. Блин, они снимают здоровье с Макса. Уже мало здоровья осталось. Так, у Макса почти все здоровье сняли. Кстати, он лечиться умеет. Видите, он тоже применяет обезболивающие. Он свое здоровье поправил. Заперто. Остался последний шанс. Из двора ведут еще одни ворота как раз под тобой. Встретимся на той стороне. Да. Ну и? Что ну и, Макс? Повтори, ты пропадаешь. Еще команда. Мона, ты не могла бы? Сейчас сверху Макс, двое выбегут. Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Встретил. Так, это мне стоило еще 3 аптечек. Применил. Так, тут, по-моему, должен быть еще ящик с аптечками, если я не ошибаюсь. Давайте осмотримся. Меня попали. Еще 2 аптечки я применил. Осталось 3. Так, это не все. Там еще чувак вот за этой дверью. Господи, я сам напугался от такого... выстрелы. Это, походу, он из дробовика пальнул. Я ж подпрыгнул. Так, встретил ребят. Так, и что дальше? Я же разобьюсь. Нет, тут я не пройду, значит.
Сирены затихли. Мона должна... Ой-ой-ой-ой-ой, еле ноги другое унес. Другое место, другой срочный вызов. Живучий какой. Применил аптечку, осталось две. Там сейчас двое поджидают, еще двое выскочить должны будут. Нормально. О, две пачки обезболивающего. Так, там тоже чувак. Так, давайте подождем, они в сторону скакнул. Применил обезболивающее. И еще обезболивающее применил. Осталось два. Так, где там? Там снизу еще кто-то бегает. Я не вижу, где он. Достал, ублюдка. Применил обезболивающее. Осталась одна пачка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, бегут сюда, встречаем. Не свалиться в пропасть. Все, я потратил последнюю аптечку. Две пачки обезболивающего. Сразу применяем. В принципе, это последняя миссия, как я понимаю, за Мону. То есть, в следующую миссию уже не нужны будут эти аптечки. Мне показалось, или сейчас стреляли? Аптечку еще раз применил. Так, у меня закончилось замедление абсолютно. Так, все, миссия пройдена. Сейчас найду, как подняться. Хорошо. Команда не хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь их убедить. Если босс скажет, мы свалим. С этой ситуацией разберутся по-другому. Я нашла лифт. Поднимаюсь.